Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». С каждым днем все сильнее ощущается наступление Нового года. Город украшают волшебными огнями, и ощущение праздника уже витает в воздухе. Куда сходить на этих выходных и подкрепиться праздничным настроением, расскажу прямо сейчас. В детской картинной галерее приглашают взрослых и детей от 8 лет на тематические мастер-классы. 10 декабря в 11:30 и 14:30 будут мастерить сказочные елочные игрушки. Можно создать одного из волшебных героев – принцессу, фею, звездочета, придумать и расписать ему лицо и создать костюм. А на мастер-классе, который начнется в 10:00, можно будет разукрасить гипсовую фигурку Деда Мороза и елочки. По-моему, это отличный способ провести время с пользой, научиться чему-то новому и зарядиться новогодним настроением. Посещение по предварительной записи. Узнавайте подробности в группе детской картинной галереи ВКонтакте. А с детьми младшего возраста можно провести время в Центральной городской детской библиотеке. В воскресенье 11 декабря для всех желающих состоится литературная мастерская «Сказочные фантазии». В программе творчество, любимые произведения и мастер-класс. Вход свободный. Театр «Камерная сцена» в эти выходные покажет спектакль «По дороге к страусам». Герой спектакля – совсем молодой человек, только что окончивший школу. Он пока сам не знает, чего хочет от жизни. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает самых разных людей – и плохих, и хороших, и, конечно, свою любовь. Театр не отказал себе в удовольствии вспомнить атмосферу 60-х с ее стилягами и работягами, задушевными песнями, популярными телепередачами и голубыми огоньками. Начало спектакля в 18:00. В Самарском художественном музее открылась выставка «Сказка на Рождество». Петербургская художница Анна Виноградова переняла черты реализма, импрессионизма и модернизма великих художников. В своих работах она переосмысливает эти базовые принципы, беря за основу сюжеты деревенской жизни крестьян, народных праздников и обрядов. Мягкая и ликующая живопись, сложные ракурсы, глубокий внутренний смысл – все это присутствует в ее полотнах. Не пропустите! На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.